Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков, и в данном видео я продемонстрирую вам отчетность по 17 торговым счетам под управлением Форекс-робота, на которых была получена суммарная прибыль 39 477 долларов. Многие интересуются темой создания пассивного дохода и различного рода компаний и проектов, предлагающих создать пассивный доход, огромное количество. Какое-то время такие проекты действительно работают и выплачивают инвесторам обещанную прибыль, но рано или поздно выплаты прекращаются и компания закрывается. И чаще всего такие проекты только делают вид, что занимаются финансовой деятельностью, а на самом деле работают как финансовая пирамида и платят первым за счет последующих. Когда вы имеете дело с Форекс-роботом, вы открываете счет в надежной брокерской компании, которая работает уже давно. Вы размещаете ваши средства на вашем собственном счете в этой компании и устанавливаете торгового робота, который будет автоматически на вашем счете открывать и закрывать торговые сделки. При этом создатели робота не имеют доступа к вашему счету. Они не могут украсть ваши деньги, заблокировать вам вывод и так далее. А в так называемых инвестиционных компаниях это происходит сплошь и рядом. И еще один важный момент. Вся торговля происходит на вашем счете под полным вашим контролем. Вы видите буквально каждую сделку, которую робот открывает на вашем счете. То есть вы на 100% можете быть уверены, что это реальная торговля на рынке Форекс, а не какая-то очередная легенда. Торговля на этом счете продолжается с 16 февраля 2018 года. Таким образом, торговля длится уже 22 месяца. И за 22 месяца была получена отличная прибыль с учетом капитализации уже более 2000%, 2068%, если быть точным. Торговля на этом счете ведется с ноября 2018 года, таким образом 13 месяцев, и за эти 13 месяцев получена суммарная прибыль 610%. Этот счет работает чуть больше года, и суммарная прибыль составила 547%. Этот счет работает с января 2019 года, и прибыль составила уже 402%. Прибыль на этом счете составила 150%, 153%, 156%, 219%, 180%, 233%, 250%, 162%, 103%, 98%, 121%, 87%, 89%. Я свел данные по всем этим счетам в таблицу. В первой графе указано название счета. В следующей графе тот момент, когда началась торговля на этом счете. В следующей графе указана средняя прибыль в месяц. Как видите, средняя прибыль достаточно сильно отличается на разных счетах. Это зависит, во-первых, от выбранной торговой стратегии, от суммы депозита, а также от точки входа. Ну, например, минимальная средняя прибыль в месяц 3,4% и максимальная составляет примерно 16,2%. Но если взять среднее значение, то получается, что на всех перечисленных счетах средняя прибыль в месяц составляет 11,2%. В следующей графе указана суммарная прибыль, выраженная в процентах, полученная на данном счете. В этой графе мы видим прибыль в долларах, то есть сколько конкретно Форекс-робот заработал на данном счете. Возможно, вас заинтересует, почему в некоторых графах стоят прочерки. Это потому, что владелец счета сам решает, какие данные он готов демонстрировать, а какие нет. То есть владельцы тех счетов, где стоят прочерки, они не пожелали указывать, какую конкретно сумму робот заработал. Но если мы просуммируем прибыль, указанную на тех счетах, где она нам известна, то в итоге как раз получается сумма 39 477 долларов. Из чего как раз и видно, что Форекс-робот DaVinci на всех вышеперечисленных счетах заработал именно такую сумму – 39
477 долларов. Неплохая сумма. И, наконец, последняя графа показывает, на протяжении скольки месяцев ведется торговля на данном счете. Если просуммировать эти данные, то получается, что в целом Форекс-робот работает на всех перечисленных счетах уже примерно 177 месяцев, а это отличный показатель. Возможно, вы слышали, что при работе с Форекс-роботами большой проблемой является слив счетов. Так вот, тот момент, что данный Форекс-робот умудрился проработать уже на всех этих счетах 177 месяцев без слива, это, безусловно, говорит о его надежности и стабильной работе. Что касается стоимости Форекс-робота DaVinci, представлено 4 годовых лицензии, то есть лицензия действует в течение года. Лицензия стоимостью 250 долларов позволяет иметь депозит до 2000 долларов. Лицензия за 500 долларов позволяет иметь депозит до 5000 долларов. Лицензия за 1000 долларов позволяет иметь депозит до 15 тысяч долларов. При этом вам предоставляется сразу две лицензии. Таким образом, вы можете иметь сразу два счета и на каждом иметь депозит до 15 тысяч долларов. И, наконец, лицензия профи стоимостью 2000 долларов позволяет иметь депозит до 50 тысяч долларов на счете. И таких счетов у вас может быть два. Таким образом, имея лицензию профи, вы можете иметь два счета по 50 тысяч долларов на каждом. Тот, кто приобрел Форекс-робота, может получать стабильный пассивный доход без продажи приглашений. Но если вы готовы поделиться информацией с людьми в вашем окружении, вы также можете зарабатывать на продажах данного Форекс-робота. И на этом слайде вы можете видеть, какие бонусы вы при этом получаете. Доход с первого уровня в зависимости от вашей лицензии составляет от 10 до 16%, со второго уровня от 3 до 5, также присутствует бинарный бонус от 3 до 11%, матчинг-бонус с 5 уровней от 5 до 10% и лидерские пулы на глубину до 4 уровней. Здесь используется бинарный маркетинг-план, а значит, есть возможность получить перелив от вышестоящих партнеров. Поэтому, чем раньше вы займете себе место в бинарном маркетинге, тем больше вероятности, что вы такой перелив получите. Больше информации о роботе DaVinci вы можете найти в описании к данному видео. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете написать по контактным данным, которые видите сейчас на экране. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Global Star Club. Возможности безграничны.